Добрый день, уважаемые участники Международной научной практической конференции. Темой моего выступления является реализация модели патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Сегодня, организуя воспитательный процесс дошкольной образовательной организации, воспитателю необходимо пристальное внимание направить на решение задачи патриотического воспитания ребенка-дошкольника. Для решения данной задачи в Центре развития ребенка детский сад номер 14 города Благовещенск Республики Башкортостан разработана и реализуется модель патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Структура данной модели включает в себя определение цели, задач, методов, форм, направлений работы с родителями и общественными организациями и организациями-партнерами по патриотическому воспитанию дошкольников. В центре модели разработан и реализуемый проект «Юные друзья дошкольников». В детском саду и в семье патриотическое воспитание ребенка реализуется через такие близкие понятия, как воспитание любви своим близким, к семье, к родственникам, к соседям, любви к малой родине, поселку, городу, родному краю, республике и, конечно же, родной стране. Анализ современных исследований по проблемам патриотического воспитания детей, а также изучение опыта педагогической деятельности воспитателей Дмитриева, Евдокимова и других позволили нам выделить основные проблемы патриотического воспитания. К ним мы отнесли такие, как перестали использоваться в воспитательной практике ранее существовавшие механизмы и формы патриотического воспитания детей, дефицит новых современных методик, программ, технологий патриотического воспитания детей, направление деятельности в организации воспитательной работы с детьми прежде всего взаимосвязано с особенностями организации воспитательного образовательного процесса детского сада. Современный детский сад, выступая первым уровнем системы образования в нашей стране, призван формировать у детей первые представления об окружающем мире, давать возможность детям почувствовать себя с самых ранних лет гражданами своего отечества. Такие задачи и направления воспитания определены в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. И именно на основе таких ориентиров нами разработана и реализуется модель патриотического воспитания детей. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в рамках патриотического воспитания детей особое внимание отводит таким направлениям педагогического воспитания, как ознакомление дошкольников с различными сторонами окружающего мира и воспитание у них на этой основе любви к природе, истории и культуре республики, достижения жителей малой родины, республики и страны. Очевидно, что особо важным является для детей информация об окружающем мире, их систематизация, необходимость формирования у детей положительного отношения к полученным знаниям, организации деятельности по их закреплению. Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их активная, разнообразная деятельность, так как быть патриотом – это не только знать и любить свою страну, но и активно действовать на благо ее. В этом контексте патриотическое воспитание и гражданское является не самоцелью, а естественным процессом и результатом своей проводимой работы по ознакомлению детей с родным краем. Разработанная нами модель направлена на реализацию направлений воспитательной работы с детьми по основным образовательным областям в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Это такие образовательные области, как социально-коммуникативное развитие, предусматривает формирование у детей дошкольного возраста чувства сопричастности с жизнью страны, заботы о малой родине, бережного отношения к природе, отзывчивости по отношению к родным, близким и друзьям. Познавательное развитие. Данная область предусматривает расширение у дошкольников кругозора, а также получение общих представлений об истории Отечества, о фольклоре, о родной культуре, становлению гуманного отношения ко всем народам нашей страны и всего мира, формирование общечеловеческих духовных ценностей и художественной литературы.
решение основных задач патриотического воспитания детей по линиям образовательных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования реализуется через разнообразные формы и направления работы с детьми в детском саду. Например, одним из таких инновационных примеров организации педагогической деятельности является разработанный и реализованный в рамках модели патриотического воспитания детей проект «Юные друзья кадетов» Центра развития ребенка, детский сад номер 14 города Благовещенск, Республики Башкортостан. Результаты деятельности показали, что модель патриотического воспитания детей дошкольного возраста позволяет эффективно решать задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Спасибо за внимание.